Накануне профессионального праздника благодарности и грамоты. В эти дни заслуженные награды вручают ветеранам спорта, тренерам, руководителям спортивных федераций и учителям физической культуры. Глава столицы Леонид Черкесов встретился с сотрудниками спорткомплекса «Спартак». Ну, Валерий Александрович, это легенда, это гордость города Чебоксар. Дай Бог вам здоровья и долгой работы на благо города и горожан. Сразу после торжественного собрания глава города ознакомился с ходом строительства первого физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Спартак». На данный момент здесь идут внутренние электромонтажные работы и штукатурка стен первого, второго и третьего этажей. Ведется прокладка наружных сетей ливневой канализации, электроснабжение. На 70% уложена кровля. К концу года новый физкультурный объект примет первых посетителей, обещают строители. На площади почти в 5000 квадратных метров расположится спортивный двухэтажный зал. Зал для занятий тяжелой атлетикой, аэробикой, удобные раздевалки, душевые, административные и технические помещения, комнаты тренеров, а также современный тренажерный зал и два бассейна. Глава города отметил, что в этом месте необходимо предусмотреть вместительную парковку для автомобилей, ведь сюда приезжают дети и взрослые со всего города. Так что места надо много. В этом же году начнется строительство ФОКа по Егерскому бульвару. Она будет сдана в следующем году. И в следующем году еще одного ФОКа, строительство которого будет сдано в 2015 году. И другие спортивные объекты, и ледовый дворец «Перспектива», и бассейн по федеральной программе. Еще два бассейна планируется отдельных, как по Урукову сдано в прошлом году. Галина Титарчук, Алексей Иванов, Николай Яковлев. Республика.